Здравствуйте. Ну вот, наконец-то я собрал свой плоскорез, который необходим каждому огороднику. Как же это сделано? Нашел нержавейку коротенькую, ее использовал для ручки. Длиннее кусок нержавейки приварил вот к велосипедной передней вилке. Нашел мне зять, подогнал вилку страшную, ржавую. Вот здесь я ее отрезал, так как длина нержавейки оказалась чуть длиннее, чем мне нужно. И чтобы нержавейку не резать, я отрезал вот эту вилку, приварил к ней. Колесо от детского велосипеда. Здесь с одной стороны он чуть сработанный, ну ничего страшного. Ось от переднего колеса от велосипеда. И просто на гайках. Здесь поставил промежуточные шайбы, чтобы лучше крутилось. Здесь вот в самом колесе резиновая втулка. Именно резиновые. Поэтому для упора и чтобы меньше срабатывалось, я поставил здесь шайбы. Ну, чтобы как бы осевое биение не было. Продольного осевого. Вторая сторона аналогична. И сам нож. Вырезал две вот такие пластины. Диаметр где-то 7 мм толщиной. Сделал один раз, но чтобы попрочнее было. Вот, вырезал две штуки. Вот с этой стороны я их заточил на... Ну, в общем, сделал острие. Ну, чтобы попадающаяся трава отрезалась. И земля, которая здесь попадается, вот на это устройство, чтобы она тоже... То есть разрывала землю. Вот здесь вот видно. Вот такой нож сделал из металла. Очень такого прочного. Диаметр где-то 3-4 миллиметра. Вот он использовался для сельскохозяйственной техники. Это то ли... лущильник, то ли чего-то. Он был такой круг, диаметр где-то, ну вот как бы заострение вот это. Это как раз вот недостающий круг. И вот он круг где-то 50 сантиметров в диаметре. И вот из этого круга я вырезал вот такую эту. Хотел вот эту сторону оставить так, как есть, но... Попробовал, тяжеловато. Земля скапливается вот здесь. И смысла никакого не увидел. Поэтому отрезал. И вот эту сторону тоже заточил болгаркой. То есть задняя сторона заточена. Передняя сторона заточена. И боковые. Наискось не стал резать ровно. Чтобы вроде как покрасивше было. Из-за того, что рассудил так, если мы толкаем ее вперед, то она как бы своим режущим инструментом, режущим острием, она будет резать траву. Поэтому не стал ничего делать, оставил так, как есть. Ну, в принципе, штука довольно-таки получилась компактная. И удобные. Единственное, что мне это немножко придется зашкурить, отбить сварку, вернее от сварки все шалушки. И подкрашу нижнюю сторону, и она будет вид более презентабельный. Перевозить очень легко. Сделано для тех, у кого болит спина. Чтобы не тяпать мотыгой, или тяпкой, как ее называют.
А вот именно вперед, назад. Вот транспортное положение, так скажем. Вот берем и везем куда нам душа не пожалеет. Когда надо завести, допустим, ее в борозду, то берем, переворачиваем. Одной рукой, конечно, не очень удобно. Вот, смотрите, я одной рукой шутя прошел борозду. И нисколько мне труда это не составило. И спина вся у меня, как говорится, на месте. Вот ее можно подрезать влево, вправо, вести как угодно. Вот такой чудо-инструмент получился. Всем спасибо, всем пока.